Я вам не писать, классовую рекламу не хочу. Угу. Это же центр города. Да. Ну, центром вот считается парк, который мы проехали. Там как раз недалеко от Чима. Хочешь на инопланетянином сфоткаться? Иди. Хочешь купить? Телефон, телевизор, чайник. Не интересно. Так.
Знаешь, мне интересно, как вы называете... Это американские горы, да? Нет, вот это? Нет, а, который ты сказала. Американские горки? Ага. Знаешь, у нас там это не американские, но российские горы. Серьезно? Да. Это российские. Они российские горы. Да. У вас американские. Интересно. А интересно, в Америке они какие? Вот если дальше пойти, помнишь, я говорила, у нас есть водохранилище? Мы его можем в Алмате, а чем в Караганде? Дерево. Больше. Больше и высокие. Да, я это тоже заметила. Да. Я люблю такие парки. В Алмате. Вода. Она очень грязная. Ну, чисто посмотреть на нее можно. Что они сделали? Они купались? Наверное. О, посмотрим. Наверное. Вода чище стала. А можно купаться? А? Можно купаться. Вода чище стала. Когда ты только-только поднимаешься. Вот и вон там надо будет держаться. Красивый? Да. Ты не видишь, как он страшный?
Я можешь погладить? Да, конечно. Воу-воу-воу-воу. Она такая мягкая еще. У нее чешуя очень мягкая. Хочешь? Вот это да. И там есть другие. Где есть другие? Там маленькие. А что вы делаете? Мы делаем фотографии. Это ваши или? Да, это наши. Девочка. Потрогай. No way. No way. Она гладкая и мягкая. Угу. Ты боишься? Да. Сильно? Сильно. Я хотела завести себе змейку. Белую. Еще хотела тарантула. Паук есть большой?